данных координации, как мы живем здесь, территории, выполнив по заданию, проблемы никак не было сформировано. Поэтому считаю необоснованную привязку к теме разговора каких-то... Получается, администрация заинтересована? Конечно. Не ответили на мой вопрос. Есть муниципальная программа благоустройства малых рек, в том числе Чебоксар. Что мешает это было сделать, а не застраивать интересные места непонятно чем? В угоду отдельно взятых коммерсантов-строителей. Выступать на том периоде. А это вопрос? А я задал вопрос. Смотрите, по предыдущему вашему вопросу, я не успел договорить, значит, всем вызвана реализация проекта проживания территории. На сегодняшний момент у нас есть у города, есть утвержденный план, генеральный план города. Утвержденный генеральный план города. Это же... Здесь улица Ярмарочная, она будет пересекаться с улицей Калинина и будет завершаться в районе речки Барсаль. То есть планом города предусмотрено строительство автомобильной дороги от речного порта. Далее она будет соединять железнодорожный вокзал, аэровокзал, и в окончании этой дороги будет Ну там магазинчик такой проблемный стоит на этой трассе, которую планируете строить. Ну, к этому вопросу, я думаю, город подготовится, и в том числе и стоит. Почему стоит? Ну вы же озвучили сейчас ситуацию. Теперь вопрос. Тут в возражениях задавался вопрос, не вопрос, а возражение. Наличие охранной зоны, связанной с кладбищем. Что касается охранной зоны, связанной с кладбищем, считаю это замечание необоснованным, потому что наш объект, он не является строением или сооружением. Это у нас объекты инженерной коммуникации, а не строительства. Поэтому действие того пункта, которое было указано в возражении, оно неприятно. Ничто не мешает построить коллектора в охранной зоне. Мы же не по самому кладбищу предполагаем строительство. Ну, я услышал, конечно, вас, но все равно. Спасибо.